Дорогие первокурсники, я ваш декан Мария Эдуардовна. Поздравляю вас с началом учебы в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Ивана Петровича Павлова. Кратко расскажу вам об особенностях предстоящей учебы на первом курсе и о том, на что следует обратить особое внимание. Структурной единицей курса является студенческая группа. В каждой группе есть руководитель, это староста. Староста группы – это выборная должность, которая утверждается деканатом. Староста должен быть честным, ответственным, дисциплинированным студентом, который должен наладить контакт со всеми студентами группы для оперативной связи по любым вопросам. Форма учебы в университете традиционная – это лекции и тематические занятия на кафедрах. Однако текущая эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в привычный ритм учебного плана. Во время вашего обучения будет осуществляться постоянный контроль за успеваемостью. В течение всего семестра с помощью бально-рейтинговой системы оцениваются ваши знания. Информация об успеваемости заносится в электронный журнал. Для успешного освоения программы необходимо пользоваться электронной библиотечной системой. В электронном виде в настоящее время ведется также учебное расписание. В время обучения студент может получать стипендию согласно положению о стипендиальном обеспечении. Стипендия бывает академической и социальной. Академическая стипендия назначается студентам, которые учатся без троек, только на хорошо и отлично. Студенты, которые обучаются по контракту, должны оплачивать свое обучение. Сроки оплаты должны неукоснительно соблюдаться. В начале учебного года все студенты проходят предварительный медицинский осмотр. Для этого требуются следующие документы: прививочный сертификат, паспорт, медицинский страховой полис, форма 086. У студентов есть свой профсоюзный комитет. Он оказывает помощь населению в общежитии, материальную помощь в трудных ситуациях, а также помощь в организации мероприятий. Вы выбрали одну из самых сложных профессий, наверное, самую сложную. Поэтому учеба в нашем университете будет непростой, но эти годы запомнятся вам как один из самых счастливых периодов вашей жизни. Добрый путь, дорогие ребята!